Глядя на это здание, вряд ли у кого возникнет ассоциация с сельской школой. Хотя, по сути, так оно и есть. На официальном открытии собрались преподаватели, родители с будущими юными хозяевами школы и, конечно, официальные лица, представители правительства Московской области, поселения и муниципалитета. Вручение символического ключа директору школы. Долгожданный ключ директор учебного заведения получил от представителя строительной организации. Несмотря на то, что школа в поселке Володарского имеет довольно богатую историю и традиции, необходимость в возведении нового корпуса была очевидной. Старая школа, она уже десятилетиями, конечно же, проводились капитальные ремонты, но, к сожалению, она уже не вмещала такое большое количество детей, которые уже 1 сентября приходят. А здесь, на Володарке, появилась жемчужина. Я уверен, что не каждый муниципалитет в составе Московской области может похвастаться такой замечательной школой. Всего год назад на этом месте были лишь бетонные остовы, которые отдаленно напоминали нынешнее великолепие. Надо отметить, что работа строителей велась под постоянным контролем со стороны администрации. При этом в первую очередь учитывалось мнение педагогов, а директор школы Ольга Янковская лично курировала все работы от начала до конца. Вот ее интервью годовой давности. Этот год будет очень тяжелым, но мы потерпим во благо того, что следующий учебный год, я думаю, что двери откроет это учреждение. Прошло положенное время, и двери действительно готовы открыться перед этими мальчишками и девчонками. Глава района Олег Хромов в знак благодарности от муниципалитета вручил букет цветов директору школы Ольге Янковской. Оценила совместный труд и представитель областного министерства образования. В этом году открыто по всей России 86 школ, из них 24 в Московской области. И в Ленинском районе открывается только сегодня, вот мы едем, в 3 новых здания. Это огромное достижение Ленинского района, это достижение главы, достижение всех, кто любит детей, поскольку действительно такие комфортные, красивые школы, удобные для обучения, правильно построенные, мы их называем умными школами, в которых есть все, это великий прорыв. Вместе с будущими первоклассниками символичную красную ленту перерезали и почетные гости, после чего для представительной делегации провели небольшую экскурсию. Чтобы грызть гранит науки было приятнее, помимо учебных классов, в школе просторная столовая, библиотека, спортивные и актовые залы. Нравится вам новая школа? Да. Гордитесь и берегите ее. В здании на площади 11,5 тысяч квадратных метров, кроме прекрасно оборудованных учебных классов, есть также комнаты для кружковой работы, помещение для размещения групп продленного дня, медицинский блок. Открытие нового корпуса позволит перевести обучение в школе в одну смену. Рады и дети, и родители. Исполнили желание всех родителей. Надеемся, школа новая, модернизированная. Все на современном уровне. Надеюсь, что наши дети будут приносить нам хорошие оценки и вырастут умными, добрыми, знаменитыми людьми. Из окон школы открывается вид на превосходный стадион. Здесь смогут заниматься не только ученики, но и жители поселка. Новое образовательное учреждение рассчитано на 600 учащихся. Мы пообщались сейчас с детьми, которые первый раз переступили ее порог. Они в восторге. А это самое главное для нас, то, что мы построили то, что нужно детям. Глава района отправился на открытие очередной школы, а учащиеся и преподаватели приступили к занятиям. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.